Мальт, перекрой все входы. Радостью сделаешь это. Ты ведь с радостью убьешь меня, как убил моих детей. Ты инфицирована. Ты уже мертва. Ну что ж, все прискорбненько. Ну ладно, что поделать. Слышал об инциденте в лаборатории. Сочувствую. Ты только не забивай себе этим голову. Мой тебе совет. Живи проще. Никаких связей, никаких ниточек в прошлое. Только ты и Вселенная. Иногда мне кажется, что все, что мне дорого, разлетается на куски. Это не твоя вина, друг. Подумай, что было бы, если бы беженцы с Агрии прилетели на населенную планету? Это Хэнсон могла крупно подставить тебя. Это да. Ну или нет, сложно сказать. Скажешь теперь, что ты меня предупреждал, что не надо было лететь на Агрию. Не собираюсь бить лежачего. Ну, не повезло. Бывает. Ну и потом твои кореша-протосы сейчас гордятся тобой до судорог. Меня не волнует, что там считают протосы. Мы сами эту кашу заварили, сами со всем и разобрались. Это да. И снова с вами лучший и единственный источник информации. Донни Вермиллион на канале UNN. Беженцы продолжают поиски безопасных планет. Их корабли двигаются в сторону центральных миров. Донни, сегодня император Менгск заявил, что он приказал боевому флоту Доминиона не допускать беженцев в космическое пространство центральных миров. Это наводит на мысль, способны ли корабли Доминиона открыть огонь по мирным судам? Комментарии генерала Ворфилда. На сегодняшний день все наши усилия сосредоточены на сопротивлении нашествию зергов на центральные миры Доминиона. Другими словами, генерал уклонился от ответа. Если солдаты Доминиона откроют огонь по безоружным людям... Кейт, мы ведь не возьмемся предсказать, как поведут себя наши ребята. С вами был Донни Вермиллион на телеканале UNN. Менгск внезапно обнаружил, что управлять империей — это не только принимать парады и толкать речи. Друг протосов. Друг протосов Дейламский. Протосы награждают этой печатью Джеймса Рейнера в знак благодарности за помощь планете Гавань, которую он очистил от вируса зергов. Но тут такая награда, так себе. Не то чтобы хорошая, не то чтобы плохая. Как думаешь, мы могли спасти больше колонистов? Если честно, нет. И если ты еще сомневаешься, то у тебя, парень, крыша поехала. Был ведь, наверное, другой выход. Если бы мы вовремя обнаружили вирус,
Слушай, если даже башковитые протосы со всеми их технологиями и псионикой не смогли с этим справиться, то мы и так сделали слишком много. Бывает в жизни огорчения. Ну да. Зато нам дали викинг. Бронированный механический гибрид А2. Пилоты викингов настоящие профессионалы, ведь мало кто способен одинаково хорошо управлять летающим и наземными машинами. Трансформация викинга — боевое крещение для новобранцев. Наименее проворные из них погибают, зажатые между подвижными деталями. Пилоты, которым удалось пройти все обучения, настолько стремительные и смертоносные, что их имена известны и союзникам, и противникам по всему свету. Многие детали викингов взаимозаменяемы. Например, чтобы починить викингу ногу, КСМ может открутить ему руку. Круто. Мне нравится. Так, ракеты викинга наносят урон по области. Дальнобойность викинга увеличивается на 2. А я думаю, прокачаем и то, потому что викинги офигенны. Доминиона прокачивать ничего не будем. Здесь впоследствии можно подключать пожарные системы. Все, круто. На мостик чё? Мне очень жаль, что так получилось с Ариэль, сэр. Но у вас не было выбора. Мне тоже жаль, согласен. Что же я хотел сделать? Я вот тоже пока не знаю, но надеюсь, что ты хочешь пойти сюда. Данные, записанные адъютантом Старсониса, подтверждают причастность Менгска к нападению зергов на планету. Нам осталось лишь обнародовать эту запись. И Мира Хан подсказала, как это можно сделать. Скоро на Кархале состоится презентация нового боевого робота под названием Один. Если мы его выкрадем, то сможем захватить студию UNN и пустить в прямой эфир данные о военных преступлениях Менгска. Сейчас Один проходит последние тесты на Волгале. Наверное, я сюда схожу, так буквально одну секунду хочу кое-что проверить. А-па-па-па-па-па-пам. Па-бам. Денежка. Сообщение от фонда Мёбиус. Поскольку вы уже раздобыли столько реликвий протосов, сколько вам было необходимо, мы хотели бы приобретать все реликвии, которые вы будете находить, по 10 кредитов за артефакт. Если вы найдете какие-либо редкие реликвии протосов, подойдите к консоли, средства сразу поступят на ваш счет. Замечательно, я очень рад. Спасибо, что вы так сделали. Разработать. Да, я был прав. Надо было сюда зайти, потому что теперь у нас 65 вроде реликвий. Ой, денег точнее, ну ладно. Все, поехали. Бойцы на позиции. Мы готовы к угону Одина. Вы уверены, что Тайкус справится, сэр? Да. Тайкус лучший кандидат для этой задачи. Правда, в бою он слишком увлекается, так что придется бегать за ним и время от времени выручать из беды. Надеюсь, он разберется с управлением Одина. Нам необходимо будет уничтожить все базы Доминиона в округе. Думаю, нам удастся перекрыть каналы связи на то время, пока он не справится с задачей. На Кархале ничего не должны узнать. Что нам известно об этом Одине? Это экспериментальный супербронированный робот, разработанный для ведения продолжительного боя на передовой. Очень мощная машина. Отлично. Значит, даже Тайкус его не сломает. Начинается. Вперед! Вперед! Эх, Тайкус, Тайкус, как ты меня бесишь. Ладно. Хватит прятаться, мальчики и девочки. Пора заявить о себе. Понятно! Есть, сэр! Превосходно! Сэр, ваша находка представляет для меня живейший интерес. Было бы замечательно, если бы вы занесли этот образец ко мне в лабораторию. Включите автотурели! Пустите меня к этому монстру. Прискорбненько. Что-то я как-то прокакал всех своих ребят. Без проблем.
Ха-ха! Обалдеть! Дайте-ка порулить. Сейчас никому мало не покажется. Стой на месте, Тайкус. Мы вышлем подкрепление, они тебя прикроют. И почему мне кажется, что этот идиот не стоит на месте? Попляшите у меня теперь. Тайкус! Мать твою! Стоять! Как слышишь меня? У него отказал передатчик, сэр. Он вас не слышит. На базах Доминиона включаются системы защиты. Как всегда. Живее стройте базу. Придется бегать за Тайкусом. Будем надеяться, что он не начнет чудить. Хотя кому я это рассказываю? Это да. Тайкус, как всегда, идиот. Ладно. Недостаточно энергии. Вооружу. Недостаточно минералов. Надо будет как-нибудь за ним побегать. Я готова. СМ готов. Выкладываем. Вызывали. СМ готов. Сэр. Крейсеры Доминиона идут на перехват Одина. Эй, горячие головы! Вам нужны миражи? Собьют крейсер без особого труда. Если понадобится еще, их можно будет построить в космопорте. Стройка завершена. СМ готов! Так. Ладно, с миражами все будет чуть попроще. Где надо Валик? Надо этого дебила. Выкладывай. Теперь что каждый раз сопровождать. Будет СМ готов. Где тут раненые? Могут же они его. Так что дальше, командир? Что-нибудь. Разнести базы? СМ готов. Эй, Джимми. Алло. Ты меня слышишь? Есть возражения против поджогов и убийств? Не слышу возражений. Ну, я пошел. Вот ты придурочный-то, а. Передавайте. Что происходит? Я тут. Кому горяченького? Бум! Пристройка завершена. СМ готов. Боевое построение. Ладно, пусть он тут развлекается, пока может. СМ готов. Недостаточно. Я тут пока делом займусь. Войска союзников атакованы. СМ готов. И реши, что ты делаешь. Собирать отряды. Войска союзников требуются дополнительные хранилища. Недостаточно минералов. Вот это хранилище, я понял тебя. Минералов недостаточно, сейчас тоже поправлю. Что происходит? Есть? Недостаточно минералов. Войска союзников атакованы. Пошло, поехали. Там в норме? Ну, это что у тебя будет? У тебя три чувака моих лечит. Вообще все пофигу должно быть по-хорошему. Брать с дороги! Круто! Джимми, ты только не забывай меня ремонтировать, и я тебе всю войну выиграю. Сэр, он всегда столько треплется. Ага. Как разгуляется, так не заткнешь. Пол дела сделано, можно и передохнуть. Хорошо, когда есть чем промочить горло. Текс, ты такой идиот. Что стряслось? Задавим их интеллектом. Так точно. Ладно, он пока все равно туда пойдет. Дождь?
этого пивка на куче обугленных вражеских трупов. Впереди великие открытия. Чини. А? Пошло. Приступаю. Все, надоело. Пошел гулять. Режим готов. Недостаточно минералов. Иди хотя бы гуляй, Сема. Кто на новенького? Войска Что союзников происходит? Атакованы. Режим готов. Выкладывай. Пути. Угу. Брось здоровье. Режим готов. Даешь разбой. Отделись. Главное, уничтожили эту хрень. Высылайте по нему вооружен и опасен. Хотя нет, зачем? Вот. Этих веселых ребятишек можем же построить. Не совсем забываю. В принципе, вполне себе неплохо его выхиливают, так что письмо можно еще вот тут. Видеосвязь установлена. Тоже его, в принципе, чинить будет. Видите? Приказы будут. Смерть на пороге. Этих просто взять, выделить. Войска союзников атакованы. Приказ получен. Так-так, красная кнопочка. А ты что у нас делаешь, интересно? Ум, девочки и мальчики. Да, вот это по-нашему. Это твои парни там бегают, да, Джимми? Они отсюда как муравьи. Сейчас все мне поздоровятся. Я смотрю, красный... Кроме меня. Красной кнопкой-то он научился пользоваться. Понятия не имею, что это. Вы можете принести мне образец? Тогда я наверняка что-нибудь узнаю. Вам, наверное, нужно время, чтобы подтянуть силы. Старый добрый Тайкус никуда не денется. Ну и хорошо. Сиди себе. Сиди себе там. Не двигайся. База атакована. Разбуди меня, когда будешь готов. Ядерная бомба в пару мегатон. Сойдет за будильник? Ну, по-моему, все довольно неплохо. Когда надела? Скорее в атаку. Приказывай, командир. Давай, удиви меня. Кара небесная. Мой или домой? Как скажешь. Погнали, Джимми. Пора бы кое-кому бошки порасшибать. Установ... Я уже заждался. Я создан для битвы. Превосходно. Что же? Вас понял. Давайте порасшибаем кого-нибудь бошки. А как вам это понравится? Это... Даешь разбой. Что за спешка? Круто! Превосходно! Пора жевать жвачку и драть задницы. Впереди великие открытия.
девочки и мальчики. Диагонал. Вектор движения задан. Сделаю, командир. Скорее в атаку. Я готов к трансформации. Только свист. Что происходит? Боевое построение. На полную. Так. Сделаю, командир. Система наведения активирована. Время действовать. Нептифанг неплохо справляется, в принципе. Я не продержусь в одиночку. Что происходит? Приказывайте. Три базы уничтожено. Кажется, наш красавчик все-таки на что-то годится. Так точно, сэр. Вооружен и опасен. Пожалуй, передохну еще чуток. Ты бы прислал десяток ребят в помощь, Джимми. А что, один уже не справляется, что ли? Приказы будут! Бой. Давай, удиви меня! Вас понял! Я уже заждался! Надеюсь, на этот раз доминионцы заставят меня побегать. А то я даже не вспотел. Кому навешать? Вооружен и опасен. Я создан для битвы. Я не продержусь. Прочь с дороги! Скорее в атаку. Давай, удиви меня. Так. Даешь разбой. Ну, если чё. Что-то я застоялся. Пойду разомнусь. Мы проживем. Месторождение минералов выработано. Войска союзников атакованы. Кому навешать? Погоди, видеосвязь установлена. Сейчас всем не поздоровится, кроме меня. Отлично. Приказ по... Брось с дороги! Так. Ладно. Месторождение. Вкусный кусочек. В научном плане, я хотел сказать. Я не собираюсь это есть. Давай, удиви меня. Хорошо. Штаб, я вас слушаю. Даешь разбой. Войска союзников. А как вам это понравится? Наши КСМ атакованы. Ух! Никто не вечен. А как же? Здравствуйте, командир. Приказывайте. Готов к трансформации. Штаб, я вас слушаю. Даешь разбой. Так. Я не продержусь в одиночку. Короче, подъем, подъем. И сюда. Я меня даже сказал вот так. Месторождение минералов выработано. Тоже подъем. Хлоп, хлоп, хлоп. Здравствуйте, командир. Есть проблема. На следующей базе эскадрилья крейсеров. А Один не приспособлен к бою с ними.
Высылайте миражи из космопорта. Если их будет достаточно, они справятся с крейсерами. Вот это веселуха. Ха-ха-ха. Не волнуйся, старина. Я дам тебе время перевести дыхание. Вот так-так. Доминионские очкарики и правда все просчитали? Прошу извинить меня на минутку. Называется, что ты лоханулся, Деск. Есть работенка. Кого подлатать? Ага. Ну, я готов. Вы там как? Смело. А мы не готовы. А? Есть? Пристройка завершена. Еду. Штаб, я вас слушаю. Джимми, надеюсь, ты меня слышишь? Иду на последнюю базу. Будет сделано. Чем я его лечить буду, хрен его знает. Высылайте подмогу! Сейчас просто люлей не дают, да и все. Вижу Одина. Орудие Ямато к бою. Эй, так нечестно. Покатились. Что происходит? Войска союзников атакованы. Штаб, я вас слушаю. Пора жевать жвачку и драть задницы. Достаточно энергии. Кому навешать? Выкладывай. Ага. Приказывайте. Пристройка завершена. Опа-на. Как это я пропустил кнопку с черепом? Обнаружен запуск ядерной ракеты. Да, детка. Мир жесток. Кабум. Фух. Вооружен и опасен. Отлично. С помощью Одина мы сможем захватить комплекс UNN на Кархале и выйти в эфир. Эй, капитан, слышишь меня? Теперь-то ты знаешь, кому поручать погромы! Это единственное, что тебе можно доверить. Это да. Задание машины войны на уровне сложности ветерана прочности сегодня не должно падать менее 30%, но, видимо, не судьба. Ладно, всем удачи в новой серии, свидимся. Пока-пока.